Ребята, всем здорово! Сегодня две посылки из Китая. В прошлом видео я прочитал, что что-то у меня с голосом и так далее. Ну, какой-то я грустный, все не так. Вот, я говорил, ребят, что сильно пока устаю, и распаковки, если делал, то делал вечером, и уже от усталости. Сегодня решил сделать утром, пока есть силы, настроение. Вот, сегодня две распаковки из Китая. Здесь будет у нас сегодня хромакей и чехол на MacBook Pro, который уже лежит у меня где-то, я его катаю с собой месяца 3-4, и все никак не распакую, потому что в нем не нуждался. Вот сейчас решил распаковать, смотрю, по размерам посылки подходят друг к другу. Вот, что хотел бы сказать, там спрашивают многие по поводу Нового года китайского. Как только у меня будет информация уже достоверная, то есть я точно даты, примерно там Новый год написано, что будет 19 февраля. То есть за неделю там уже, насколько я знаю, крупные поставщики не работают. То есть ушли уже на отдых, это будет до марта месяца, потому что Новый год в Китае... Китайцы — это один из самых больших праздников, Новый год, и по длительности у них в районе где-то там 2 недель. Поэтому с посылками, если кто еще не заказывал, смотрите, вот ориентируйтесь, что, ну, в ближайшие вот дни уже заказывать посылки не стоит, потому что их не отправят, и потом у вас будут проблемы с возвратом денег, и, короче, такое все. Но как только я узнаю вот числа, я вам скажу, что с такого-то по такого-то китайцы будут отдыхать и вообще, то есть не будут ни отвечать, не отправлять ничего. Ну, короче, будет заморожено все. Давайте распаковывать. Наверное, начнем с чехла. Чехол такой интересный. Стоил он на момент покупки $12. Сейчас я посмотрел, он уже стоит $15. Вот так вот. Курс вырос, и цены почему-то растут. Ну, китаец решил вот так вот сделать. Чехол довольно-таки интересный. Вот так он выглядит. Такая сумочка у нас. Сейчас я распакую. Там есть на 15-дюймовые, на 13, на 12-дюймовые. То есть, и даже по цветам есть выбор. Но как бы по ценам, когда я покупал, у этого продавца, ну, как бы были адекватные цены. Сейчас можно промониторить. Ссылки оставлю на этот. Вы можете по названию пробить, если кому нужно. Так, плотный вот такой вот. Такой материал, знаете, плотный. Я думаю, вы знаете, как обивка в автомобиле. Вот такого плана. И, насколько я знаю, очень практичный такой чехольчик. Вот бренд вот такой вот, Кайонт. Здесь у нас должно прикольно все вот так вот открываться. А, вот так вот даже просто. Вот так вот просто у нас открывается. И сюда вставляется MacBook Pro 15 дюймов. Ну, по размерам я вижу, что все влезет. MacBook от меня не рядом, поэтому пробовать не будем. Но я думаю, и так все понятно, да? Вот такая вот сумка. Защитный, плотный, то есть даже, я думаю, если вы носите ноутбук в рюкзаке, предназначенном для него, ну, такой чехол лишним никогда не будет. Одели и все. Вот так вот потом раз, раз, раз. Ну, как бы вот эта застежка, я думаю, не очень такая. Ну, она просто прикольно смотрится. Вот и все. Можно просто под руку и погнали. То есть у вас ноутбук здесь. Конечно, для зарядки, понятно, вы сюда ничего не влезет. Просто чисто... Чисто такой чехольчик. С ним все понятно. По качеству, в принципе, нормально, все плотно. Своих денег стоит. $12 можно его покупать. А больше, ну, я не знаю. Ну, в принципе, там 13-14, да. А больше. Я смотрел его и на eBay, и где только не смотрел, потому что там вообще чехлов, как понимаете, на eBay, на MacBook. Но, в принципе, все они все равно едут с Китая. Вторая посылка у нас — это хромакей. Наконец-то я его заказал, и стоил он что-то там 20-22 доллара целых, представляете? Но я решил один раз заказать, купить большой, чтобы потом не было такого, что «Ой, мне не хватает» и так далее. Ну, я думаю, он мне пригодится, нужно только определиться с нормальным жильем, и тогда я просто его сделаю. По-нормальному. Ну и буду снимать уже какие-то ролики, там ответы на вопросы или какие-то поздравления, ну, на нормальном фоне. Потому что, как вы видели, там, ну, где кто на кухне сел, еще где-то сел. То есть для хромакея нужно место. Есть идея у меня. Так, по размерам, смотрите, 1,80 м, как я по картинке понял, это у него ширина и высота 2,80 м. Но он сделан так, чтобы вы на него и становитесь. То есть, если камера сдалека, да, вы полностью вместе с ногами в этом зеленом фоне, ну и, соответственно, потом уже в видеоредакторе что-нибудь добавлять, там, я не знаю,
какой-нибудь пускать видеоряд на заднем фоне или просто поменять картинку. Ну, я всегда хотел, но как-то все не получалось. Вот такой теперь зеленый. Плотная ткань. Плотная, она полностью, то есть без швов. Вот как есть кусок, так он есть кусок. Вот здесь только все прошито и все. А так, в принципе, очень плотная. Смотрите, то есть рука вообще не просвещается. Все четко, как нужно. Потому что я знаю, по качеству есть разные. Но я посмотрел и по отзывам, и по размеру этот был самых таких адекватных денег. Конечно, $22 было жалко отдавать за кусок ткани. Но я думаю, что она нужна и пригодится. Вот такие вот дела. Ссылка на хромакей будет тоже под видео. Они есть разные. Вы можете себе взять кусочек небольшой. То есть, если вы занимаетесь, да, если там любите в кадр лезть, вот, и как бы на фоне, чтобы все окей было, можно кусок какой-то взять. Я решил, там между этими кусками, понимаете, разница небольшая. А этот, например, можно, вы можете разложить его по полной программе или вдвойне сложить, вот, и уже использовать по назначению. Но если вам нужно больше, вы делаете больше. Поэтому я все-таки рекомендую, если покупать, то покупать большой. А там уже как получится, потому что маленький зазор между ценами, а получаете хорошенький такой кусок. Все, ребята, всем спасибо. Там приехали уже посылки, пришли мне смс-ки на новое место, уже от подписчиков пришло и так далее. То есть вот-вот-вот все будет, продолжаем. Чуть-чуть был тормоз, я думаю, еще буду чуть-чуть тормозить пока, потому что не получается по времени все, но попробую все наверстать, и видеообзоры, и все будет. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока.